Глава 5. Падаль. В воде никого больше не водится, каких-нибудь мутировавших карасей, раков-людоедов. Люкас? Они же кучу времени, неделю уже. What does he have in his blood? Что у него в крови, Лукас? There's an old story. Это старая история. Повествует она... Бла-бла-бла. Алхимики называют ее первоначальной кровью. Она скрывается в крови некоторых семейств, никак не проявляя себя. Но произошел надлом, и макула проснулась в крови Гуга. In Hugo's blood. But... А что она с ним сделает? Макула не знает добра и зла, она изменяет вместе со своим носителем, чтобы изменять все, весь мир вокруг. Твоя мать вместе с Лаврентием пытались помочь своему брату, у них ничего не вышло. Я думаю, они просто не успели. Вот и все. Hugo, wake up. Hugo, просыпайся. Come on, we'll walk from here. It'll warm you up. Отсюда мы пойдем пешком. If we follow the aqueduct, we should arrive at Chateau d'Ambrage before nightfall. Если идти вдоль акведука, доберемся до шато чего-то там. It's just frogs, Hugo. Это просто лягушки. Пацан лягушек никогда не видел. Let's keep our fingers crossed. Пройдите вдоль акведука. Aren't you cold? A little, yes. Jump, Hugo doesn't jump. Seem to mind. He's keeping himself warm. Hey, yes. Back. But he's too far for my liking. Где ж он далеко? Сейчас опять что-нибудь произойдет с пацаном. Весь в какую-то херню попадает. Hugo, where are you going? Hugo! Так. Hey, look, I'm a knight. Смотри, я рыцарь. Это английский щит. Где его нашел? Там валялся. Listen, Hugo. Слушай, Гуго, положи его. Это не игрушка. Какая ты скучная. Do you smell that? Oh, чувствуешь запах? Yes, it's horrible. Что за вонь? Кто воняет? А тут что у нас поблескивает? Вера? Быстрее сюда, посмотрите. О, мой Бог. Боже милостивый. Они что, все мертвые? We can't carry on. Мы не можем здесь пройти. Мы должны идти вдоль акведука. Пройдите через поле боя. Так, и что нас ждет? Опять крысы? О, мой Бог. Миссия. Нам что, идти прямо по ним? Know, Hugo. Я все понимаю, Гуго, у нас нет выбора. Короче, французы и англичане, судя по экипировке. Нигде ничего не валяется, интересно. Вон там что-то валяется. Так, это у нас что? Началось-то?
Эту машинку никак не зарядить. Так, чё-то у пацана блестит. Немножко кожи. Don't look. Concentrate on the aqueduct. The horse. Lucas? Oh no! The rats! Keep away from them! Amicia, they're everywhere! Hundreds of them! I don't believe it! Так, и что делать с вами, свиноподобные создания? Так, сундук. Что тут? Так, давайте создадим этой вот фигни. Заберем отсюда серы и вот так. Все, теперь маршрут понятен. Идем потихонечку. Бегом, бегом, бегом. Это не солдаты. What are they doing? Those were looters, looking for things to steal. But why? She survived, probably. Это мародеры были. О, мы будем стрелять все-таки. Yes, of course. Все, я понял. Давай. Давай. Help me with this, will you? All right. Ты готовил? Давай, пацан. Тянем. И что такое? Hugo, you're going to have to go through. But I can't. There are rats everywhere. We have to clear a way through. Надо расчистить путь. It's all right now. Go. Yes. Не yes. Ходи. Не ходи. Be careful. Не ходи. I need you to do this. I can't. И что делать? Так, сначала нужно расчистить пацану дорогу. We'll never get through. We need fire. Amicia, there's some wood down there. But there's rats everywhere. Так, как добраться до тех палок? Или их просто можно поджечь? Точно, я ж великий поджигатель. Но это, походу, не сработало. Или сработало? Нет, не сработало. Что же делать? Как мне быть? А если... О! Зажигаем и теперь крутим. Could you help me with this? Right now. Давай. Все, пацан, иди. Can you take care of it? Ну-ка, давай, бегом. Now come back. Ты чё, ради одной палочки было? There you go. Давай сюда. My arm. Well done, you two. Так, куда идём-то? До того факела идём. Там видно будет. Into the grass quickly. He mustn't see us. Amicia, his lantern. I understand. We should never have.
Вот и кончился солдат. Прикольно. It's horrible. But побежали. It worked. Побежали, побежали, пока не заедают. There are too many rats. We're stuck. Так, а чего мы добились этим? Well, well, looks like they're looting bastards. Вот и все, делов-то. Был дядька и не дядька. Камни верни. Ты делать мы ничего не можем, да, пока спирта не хватает. Ткани не хватает. Сколько для снарядов, нафига спирт? При производстве снарядов. Так, сделать ничего не можем. Пацаны, где у вас тут спирт? Come on, get up there. Very well. Ткань всего одна. Ткань напряжён. Where should we go? They are everywhere. Follow me. All right. Ну, думал, вдруг, мало ли. Так. Берем палку, куда дальше идем? Палку брось. Пока надо вон ту бочку поджечь. Вот. По палкой снова туда бежать. Так, палку берем. Поджигаем и идем. Так, следующий. Корзинки. Ее толкать надо будет, да? You need to push. Let me help. But mind you don't get burned. Поехали. They're going to spot us. Spies. That's a new French thing, you know, say. Чё и как с тобой воевать? Как тебя убить? Чувак, я вот тут стою. А тебе пофиг, да? That's it. Don't be stupid. You ain't getting out of here alive. If I don't get you, someone else will. Kids. The wolves will get you. The rats don't first. Так, а что делать с тобой? Shut up! Sick to the back teeth. I think I'm stupid, do you? You'll see. Enough. No more games, all right? That's enough. You think I'm stupid, right? I'm sick. That's it. No! Ну, тупил он, конечно, душевно. Почти как я. Так, берем палку. Так, а вот тут по новой надо все облутать. Пошли наверх сначала. You go first. Yes, of course. Так, забираем, забираем. Веревку берем. Which way should we go? They are everywhere. This way. Come on. Very well. Так, нам нужно простые камни поставить. Или нет, сначала поджечь. Сначала поджигаем. В
Вот. Теперь надо поставить простые камни. Чуть инструменты не оставил. Дурака все. И идем к нашей тележке. Бросаем. Это нам ничего не надо. Так. У нас стоит обычный камень. Погнали. Попытка номер два. Это все дело. Товарищи крысы, кто не успел поесть, дойдите в следующий раз. Так, тут спирт валяется. Спирт же, да? Спирт. Группа, показывается, тоже падает. The wheels are stuck in the mud. We'll have to leave it here. Come on. What the hell are you doing? Holding still. This is proper horrible. Come on, I just want his teeth. Still. What? Rats are gonna eat him anyway. Yeah, suppose you're right. Yeah, shit, it won't budge. You need to pass below the aqueduct, Monsieur. But the rats are everywhere. Shh, we'll find a way. Try a different one. Over there, the door. I might have a chance if I go alone. Так, если мы послушаем. Stand these rodents. You've got nothing better to do than muck around with a corpse. Чувак идет сюда. Спрячемся пока. Нам за ним, что ли? Следом идти. Попытка номер два. We need to pass below the aqueduct, monsieur. But the rats are everywhere. Shh. We'll find a way. Over there, a torch. I might have a chance if I go alone. Нам нужен тот факел здесь, я так понимаю. Все, пошли, чувак. Stand these rodents. You've got nothing better to do than muck around with a corpse. Well, I'll have to think about that. Толпа народу ходит, всем пофиг. Going to climb up. Yes. Так, следующий вариант у нас. They've got sticks in their dummies. Don't look. Try to ignore everything you see here, Hugo. Это нужные палки, Hugo.
Так. Как теперь до туда добраться? Еще одна задачка. А этот факел мы отсюда можем взять? Amicia, look how they're drawn to them. Ну давай, возьми. А. You go up first. I tried, not a sound. Нет, взять его можно только снизу. Тык, тык, тык. Ну что делать? А, Семен Семенович. Во-первых, сделаем огоньков немножко. И теперь крысам еды подкинем. Yes, we can't stay here. Come on, inside. Застрял. Чего творите? Хватит! Не бойся, мужик. Зачем? Ну-ка, если... Нет, я хочу перепройти это. Вернуться к контрольной точке. Я хочу спасти чувака. Вдруг он нам что-то даст. Так. У него там есть факел, да? Где-то там же был факел. Нет? Ну был же, я же видел. А где-нибудь здесь я не могу что-нибудь поджечь? О, вот, вот, вот. Так, сейчас, чувак, я тебя спасу. You saved me. Oh, thank you. Thank you. You won't give the alert, will you? The alert? No. No, no, no. I'll be hanged if they knew let you pass. Если кто узнает, что вас пропустил, вступайте. Я ничего не видел. Просто плюс в карму, как я понимаю. Нет, чтобы дать нам какую-нибудь классную штуковину. Научить. Так. Опять надо ныкаться. There's a soldier. He's blocking the way. Солдат преграждает путь. Damn. We don't have a choice. We'll have to take him by surprise. Here, take this. Это что такое? Смешай все. Теперь вы можете изготовить томну. А, это... Чтоб человек заснул. Теперь бросить ему это в лицо. Берите скорогу со спины и нажмите Е. Ага, вот как это работает. Is he asleep? Yes, for a while. Thank you. This is going to save our lives. Так. Здесь мы прошли. This one seems a bit different. Will that move? I'll try. Look out! It should work, but
мерзкие крысы. Another machine. This one seems a bit different. Давай, Лука, помоги. Will that move? I'll try. Да все уже не надо как раз. Помчались. Опа. Прошли. Can you do it? No, I can't. Что ты не можешь? А, понял. Ну-ка, мы через эту прострелим. Все, давай, помоги. Think you can do this? Go on, Hugo. That's it. Так, ну что дальше? Can you take care of it? All right. Давай палку. Так, все, с этим разобрались. Идем дальше. You did it. Hugo did the hard part. I just. Hugo сделал самое сложное. Me too. Come on, let's go. Кто оставил верстак-то? Посиди. Поле битвы. Для снарядов я не хочу для снарядов. Мне сумка. А, вот как раз сумка. Нет, сумка для снарядов. Существенно тише сумка. Мне бы основную сумку увеличить. Но тут много нам еще не хватает. Одну веревку и одну кожу. Ладно, увеличим пока сумку для снарядов. Тоже пригодится. This should make things a little easier. О, у нас что-то еще появилось. А, это снаряды. Все. Спирт у нас кончился. Это что плохо. Захотим бухнуть? И нечем будет. Товарищи мыши. И чё? А как мы здесь? Эй, тормоза! Тормоза отпустите! Бежим. It's working for now. Все, отлично. All right, it worked. Так, дядю мы, конечно, грохнули. А что делать нам дальше? Those are bodies, aren't they? Yes. Bodies. Ох, не успеем. Ох, не успеем. Палка сгорит. Ах!
Так, по новой что ли? Так, сначала нам этот чувак не нужен. Теперь нам нужно тут зажечь фонарь. Берем палку. There, on the tower. Так, куда идти? Yes, bodies. Что рассмотреть? Вот эту фигню уронить? А как? Тут факелы горят. Так, сначала веревку возьмем. Так, зачем мы сюда пришли? Непонятно. Зачем мы сюда пришли, непонятно. Как ее уронить-то? Все, вижу. Брось палку. Так, поджигаем и идем к трупам. Так, то здесь пройдем спокойно и перелазим. I'll help you up. I can't. Пацан, опять начинается. I don't feel well. What's the matter? My head. The macula. He's afraid. We have to get out of here. Hugo. Hugo, подумай о лягушках. Помнишь, как они прыгали? А ты за ними гонялся? You were chasing them. Come on, let's go and see. Ну идем, давай. Yes. Там будут лягушки. We have to get out of here, Amicia. We will. This place can't. Сейчас уйдем, forever, ведь это место когда-нибудь чего-нибудь там не успел прочитать. Чуваки, опять прятаться. There's an awful lot of them, but we don't have a choice. Что они делают? Courage, lads. I know you're tired. I know there's not enough of us, and I definitely know we'd all like to get far, так, far away уходят from these fucking rats. But these are our boys. They gave their lives for England. What if it were you? You'd want a decent burial, wouldn't you? Wouldn't you? Так, понятно. What was that noise? Troublemaker! There's an awful lot of them, but we don't have a choice. Все, давайте, валите отсюда. Courage, lads. I know you're tired. I know there's not enough of us, and I definitely know we'd all like to get far, far away from these fucking rats. But these are our boys. They gave their lives for England. What if it were you? You'd want a decent burial, wouldn't you? What was that sound? I could have sworn. Так, этих прошли. Amicia? I'm very tired.
Все устали. There are trees again. I think we're getting to the end. Не жрали день Finally. Целый. Where'd you come from? You alone? Watch out. Say something, asshole. That's my sister, you bastard. Now let us go. You'll never see us again. I swear. No chance. Where I come from, we execute looters on the spot. What do we do? Too risky. This way. Hey, what about them? You're just gonna let them go? What? Hey! Now! Девки завалили. Let's get out of here. We're following them. There! They're running away. Пацана забыли. Run! Опс. Ну, на этом закончим.